Власти приобретают все большую актуальность на фоне готовящегося референдума о недоверии губернатору Севастополя и катастрофического снижения его рейтинга. Что не устраивает жителей в работе градоначальника, почему севастопольцы требуют его отставки? Когда губернатор уходит, обычно требуется нечто чрезвычайное. Кстати, недостаточно той ситуации, которая сложилась в Севастополе? Нет, конечно. Извините, но это... А что должно еще произойти? Да, что? По вашим оценкам, как вы полагаете, что еще должно произойти в Севастополе, чтобы это стало возможным? Возможно, вы просто знакомы с чередой провалов. Ну, давайте, я вот список подсчитаю. Череды провалов, о которых вы говорите, даже могу сказать о том, что и в Крыму, и в любом другом регионе относятся к категории, как это ни странно звучит, банальных. То есть это обычная картина для любого другого региона. В студии первого севастопольского политолог Владимир Джарало, севастополец Василий Федорин и депутат законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов. Смотрите «Федеральное значение» сегодня в 21:00. То, что вы отстаиваете сами эти интересы, это проявление того, что называется, у нас это слово дискредитировано, но это настоящая демократия, и это источник развития города.